Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришли трое новичков. Виктор Литвинов из Донецка, ему 27 лет. Он бывший возлюбленный Тани Мусульбес. Маргарите Орловой из Ростова-на-Дону 20 лет. Она пришла к Алексею Чайчицу. Ей нравятся слабые мужчины, когда в отношениях доминирует девушка. Артему Жукову из Химки 21 год. Он пришел к Татьяне Графовой. Ранее он приходил к Лизе Триандафилиде на ток-шоу, но разочаровался в девушке, потому что она оказалась очень вульгарной. Когда-то он был в отношениях с богатой женщиной 35 лет. Ну а покинули Дом-2 Забродская Алина и Саша Губернацкий, с которым она строила отношения. Виталий Альперович приглашает на проект девушек. В среду он проводит кастинг. Лилия Читрару снова поменяла прическу, она нарастила челку. Марина Африкантова рассказала об интимных отношениях с Ромой Капаклы. Она считает, что сексуальная совместимость – это основа любых отношений, и у нее с Ромой все идеально. Недавно она по маминому совету сделала ковшик любимому, и это привело его в восторг. Также Марина заявила о готовности родить ему ребенка. Ирина Пинчук очень хочет стать ведущей. Недавно она побывала на кастинге на одном из центральных каналов. Ольге Бузовой досталось от подписчиков за неудачный кадр. Комментаторы раскритиковали ее наряд, ее абсурдный макияж и глаза утомленной жизни женщины. Недавно в микроблоге Бузовой появился пост о фальшивых подругах. Подписчики не сомневаются, что речь шла именно о Ксении Бородиной. В стороне от этого конфликта не остался и Курбан Омаров. Он опубликовал на своей странице стихотворение, в котором есть такие строки. «В халатике бесполая фигура запела, оголившись без причин». Скорее всего, Омаров адресовал свое сообщение именно Ольге Бузовой. Фанатам Алены Водонаевой не понравилась ее новая прическа. Над ней откровенно насмехаются. Элина Камирен в своем видеоблоге рассказала всю правду о Доме-2. Похоже, что она решила идти до конца. Она сравнила проект с тюрьмой. И несмотря на то, что официального сценария нет, редакторы идут на все ради интересных эфиров. Элина рассказала, почему они с Сашей Задойновым покинули проект. Их попросили после того, как она наотрез отказалась лететь на Сейшелы. Тем более, что им в пару было решено добавить еще одно действующее лицо. У Даниэля Гусева нашелся настоящий отец. Это всем известный Сергей Ляпин. Мужчина, который давно пытается попасть на проект, но его не берут. Он заявляет, что в свое время переспал с Женей, и она забеременела. Антону Гусеву предложили неплохую сумму и приказали усыновить ребенка топовой участницы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.